Дикие скричеры. Говорящая сумка! Я же вам говорил, мне нужны диски. Нет, я все объясню. Ты ничего мне не принес. У тебя было столько шансов, и какой результат? Нет, это случайность. Откуда нам было знать, что появится еще один древний скричер? И что? Он нас обманул. Если бы не он, все диски были бы наши. Это все, что ты можешь сказать? Стой, давай поговорим, великий Рошен. Уберите его отсюда. Подожди, Рошан. Мы обнаружили еще одно энергетическое возмущение. Ладно, на этот раз я его отпущу. Не подведи меня, Гектор. Иначе ты знаешь, какими будут последствия. Да, да. О, что происходит? Почему сработала сигнализация? Что случилось, профессор? Пока не знаю. В комнате Зои сработала сигнализация. У меня плохое предчувствие. Эй, Зои, ты меня слышишь? Зои! Она забыла выключить воду. Видимо, нам придется выломать дверь. Давай. Раз, два, три, вперед! Опа! Что вы шумите? Я в порядке, пап. Здесь потоп, а ты говоришь, все в порядке? Класс! Мне так весело! Что здесь происходит? Я немного занята. Расскажу в следующий раз. Эй, Зои, что происходит? Что вы тут опять натворили? Быстро в сумку! Ну я не хочу, там скучно! Я хочу быть свободным! Ладно, вы выйдете! Зои, открой дверь! Что вам нужно? Брат, сумка разговаривает. Нет, 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 тебе это кажется. Не отпирайся, я слышал. Ух ты, на свободе так здорово. Да, точно. А, это скричеры. Я знал. О, нет, вы не должны были. А, что такое? Пап, я объясню, они... Это Уэйф и Шаркоид? Эй, Уэйф, представляешь, мы знамениты! Я же говорил! Пап, ты их знаешь? А? Да, но ты их так старательно прятала, что я не знал, что сказать. А, ну, прости, пап, я не хотела тебя обманывать. Простите ее, профессор, она вам ничего не говорила, потому что хотела себя проявить. Что? Зоя хотела стать стражем, но боялась, что вы ей не разрешите. Значит... Ты их прятала, чтобы тайно тренироваться? Да. Не стоило переживать. Разве я мог сомневаться в собственной дочери? Спасибо, пап. Глупышка. Только больше ничего от меня не скрывай, хорошо? Хорошо, не буду. Улыбнись же. Да, сегодня великий день. День, когда мы свободны. Но чтобы хорошо сражаться, нам нужно сначала найти наши диски трансформации. О, да, чуть не забыл. Вы знаете, где они? Они в древнем городе, в котором мы жили. Но тот город... Пап, я доверяю Шаркоиду и Уэйву. Я знаю, что мы уже искали, но может мы что-то пропустили? Это здесь? А, красивый город, да? Я думаю, он скоро развалится. Странно, я чувствую. Ладно, пойдем внутрь. А где вход? Его нет. Город так построен, он практически весь запечатан. У меня все равно плохое предчувствие. Как ты раньше заходила внутрь? Мне не по себе. Но мы же не собираемся делать что-то плохое. Как здорово вернуться домой! Я же говорил! Эй, вернитесь! Вот здесь мы спали. Мы сладко спали, а потом случилось землетрясение, и все разрушилось! Вы помните, где хранились ваши диски трансформации? Конечно, но... Мы не знаем, где после землетрясения находится сокровищница с дисками. Как же так? Мы быстро найдем.
Что? Ты что-то учуял? Не мешай. Дай мне сосредоточиться. А? Что это? Нашел? Нет, не нашел. Тогда почему ты сказал, что это? А? Смотрите. О, сундук! Это точно нужно. Но как нам его достать? Легко. Доплывем и достанем. О, тогда вы поплывете, профессор. Не нужно. Положитесь на нас. Ух ты. Они отлично плавают. Лови, Зои! Да! Наконец-то они у меня! Ха! Глупости! Я могу открыть любую дверь! А? Гектор? Ну и зачем он сюда пришел? Чуть не утонул. Да что ж такое? Почему, куда бы я ни отправился, везде встречаю вас? Это мы тебя должны спросить. Думаю, вы тоже узнали, что здесь есть энергетические диски, да? Что? Энергетические диски? Я знаю, что они здесь. Если они у вас, лучше отдайте по-хорошему. А если вы попытаетесь их спрятать, я узнаю, вы пожалеете об этом. Профессор, спрячьте Скричер-карту. Он не должен ее увидеть. Не волнуйся, она всегда со мной. Скричер-карта. Кажется, я оставил ее на корабле. Профессор! Нет, я объясню! Пап, не оправдывайся! Не похоже, что они пришли сюда за древними дисками. Неужели я только что раскрыл важную информацию? Нет! Какой ужас! Братец, у тебя слишком длинный язык! Не волнуйся, мы с ними справимся и заберем энергетические диски! Да, ты прав, пора с ними расправиться! Атака Скричера! Можешь болтать сколько хочешь! Но у тебя ничего не выйдет! Я принимаю твой вызов! Атака Скричера! Я лечу! Лечу! Сейчас! Эй, ты! Кувырок! Трансформация! Шаркуй! Кувырок, трансформация, уэйв! Ух ты, ребята, вы супер! Это точно! У меня крутые плавники, правда? Эй, я тоже классный! Кувырок, трансформация, Thunderstorm! Спокойно. Да. Вы куда это? Я не виноват, Гектор. Я же не знал, что они такие шустрые. Мне все равно, расправься с ними. Есть. Тандерсторм, разберись с ними. Атака Скричера. Глубинный торнадо! Эй, не бойся! Я здесь! Вперед! Атака Скричера! Положись на нас! Проще простого! Эй, стойте! Я забыл, что они не умеют плавать. Профессор, вы только что погубили наших друзей. Мы их спасем. Используем диски трансформации. У тебя есть диски трансформации воды? А. Даже если мы дадим вам диск, у Скричеров разные способности.
Вы все равно не сможете достать их. Пап, у тебя же есть диски трансформации воды? К сожалению, я забыл их дома. А, я так и знала. Вперед! А? Стойте! В них тоже есть сила воды. Атака Скритчера! Пора, давай, Шаркоид! Атака Скритчера! Что? Трансформация! Шаркоид! Дешевый трюк, обманщица! Это называется тактика. Наши скричеры используют энергию воды, и ты об этом знал, но не подготовил защиту. Так чья это вина? Вы еще пожалеете! О, я это запомню. Молодец, Зои. Теперь все согласны. Я тоже страж. О? О? О, лестница? Наши атаки спровоцировали появление трещин в полу. Кажется, это тайное подземелье. Что там спрятано? Возможно, в подземелье энергетические диски. Слушайте, неизвестные места очень опасны. Думаю, вы должны довериться мне, профессионалу с многолетним опытом приключений, вести вас! У профессора столько энтузиазма. Он просто пользуется возможностью проявить себя и восстановить утраченное доверие. Да, в точку, Йента. Хватит болтать, будьте внимательны. Смотрите под ноги и слушайте. Я специально, чтобы вы запомнили, чего не нужно делать. Иначе я бы никогда так не споткнулся. Вперед! Очень убедительная демонстрация. А, ладно, хватит уже. Профессор, не хотите передохнуть? Нет, идем дальше. Так, хватит терять время, пап. Друзья, если вы не возражаете, то я пойду первой. Хорошо. Но я же профессионал. А? Сколько же их? Наверное, 50. Ужас. О, все это очень странно. Ты тоже заметил? Что не так? Эти механизмы можно открыть только снаружи. И в этом городе столько стен, как будто они пытаются что-то очень хорошо спрятать. Или удержать внутри? Они просто пытаются защитить энергетические диски. И куда теперь пойдем? А, прямо! Ты уверена? Женская интуиция. Дочь своего отца. Давайте передохнем. Умираю с голоду. Ха-ха! Не ожидали, правда? Я вернулся. А? Не может быть. Как он надоел. Пошли, не обращайте на него внимания. Странно, почему путь сужается? Ха-ха! Просто скажите, что боитесь. Не надо убегать. Быстрее, за мной. Зои, это ловушка. А? Что? Не наступайте на люки. А? Громче, я не слышу. А, нет! Ринго! Они это специально! Не бойся, мы с тобой. Никаких резких движений. Опять! Стой, Зои! Не беги! Что происходит? Как это случилось? Мне нравится такая скорость! Быстрее, бежим! Где они? Где все? Хватит играть в прятки! Посмотрим, как долго ты сможешь прятаться! Не повезло мне. Как посмотреть? А? Сюда!
счастью, этот злодей сломал стены, пока искал нас. Поэтому мы сможем пойти вперед напрямую, а не в обход. Так чего мы ждем? Вперед! Я первая найду древние диски. Нашла. Какое-то странное место. А, правда? У меня такое чувство, что нам точно не стоит тут быть. Почему? Не знаю. Тогда не думайте об этом. А, значит, тут они древние диски? Ничего, диски подзарядки воды нам тоже пригодятся. Да, с ними гораздо легче сражаться. Ха, думаю, вы правы. Не стоит расстраиваться. Эй, да это диски подзарядки воды. Нашел тебя, куда сейчас побежишь? Я не убегу, ты недооцениваешь меня. Атака скринчера! Кувырок, трансформация! Уничтожь их! Да! 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 Будем атаковать сильнее. Хорошо, но только после того, как мы объединимся. А? Вы так умеете? Да, когда мы объединяемся, то можем использовать три диска трансформации одновременно. Тогда наша атака станет гораздо мощнее. Ты прав, да. Пора выяснить, кто победит. Атака скринчера. Ха, посмотрим, какой будет счет. Уничтожи. Есть, братец. Что? Твои диски трансформации теперь мои. Атака скринчера! Это просто две сломанные лодки. Они никогда не обгонят Тандерсторма на суше. Да? Давай покажем ему нашу настоящую силу! Оцени силу нашего дуэта! Класс, да? Проще простого! Отлично, продолжайте! Тандерсторм, забери эти энергетические диски! Не получится, брат! Под колеса постоянно попадаются камни! Ты слишком медленный! Прочь с дороги! Если я не могу забрать их, я все еще могу бросить свои. Тандерсторм, атакуй! Шаркоид, Уэйв! Я! Ты поставил мне на того игрока! Гигантский вихрь! Глубинный торнадо! Двое против одного? Да, вы молодцы! А ты сомневалась? Мы такие! Крутая у меня дочь! Мы нашли все диски трансформации и все диски подзарядки! Сегодня наш день! Пора отсюда выбираться! Но у меня все равно дурное предчувствие! Почему дурное? Ты думаешь, здесь еще что-то спрятано? Я не знаю. Я думала, вы охраняли этот город. Как же? А? А? Точно! Теперь я все вспомнил! Мы все время следили, чтобы эта комната была закрыта. Закрыта? Ой.
В этой комнате заперт ужасный монстр, которого ни за что нельзя выпускать. Что? Почему ты раньше об этом не сказал? Я, знаете ли, терпеть не могу, когда меня будет. Я становлюсь очень злой. Древние времена. Четырех дисков все еще не хватает. Не волнуйся, мы только начали. Гектор, хватит бездельничать. Принеси мне древние энергетические диски, или тебе не поздоровится. Уже отправляюсь. Если он так уверен, пусть сам ищет. Ты абсолютно уверен, что диски в том кратере? Ты слишком много болтаешь. Как ты можешь сомневаться в моих приказах? Гектор, ты переходишь все границы. Вы братья? Да, мы единое целое. Агента наш напарник. Значит, вы мои напарники? Да, Йента, я. Малышка Йента, мы так давно не виделись. Иди обниму. Но ты... Эй, я пытаюсь быть серьезным. Почему мне нельзя поговорить с Йентой? Что ты сказал? Почему они спорят? Младший брат такой непослушный. Совсем какой? Ты о чем? Это несправедливо. Нет, Йента, немного не так. Это я, твой преданный партнер Табу. Я не помню. Йента, не обижай нас. Я серьезно. Не шути так, это не смешно. Но я правда не помню, потому что я потеряла память. Нет. Тогда нам лучше трансформироваться обратно. Вот так. Подождите, нам нужно кое-что обсудить. Эй, куда это вы? О, смотри, брат, они прячутся за углом и шепчутся друг с другом. Что у них за секреты? Все не так. Я думал, это будет трогательная встреча. Неужели она и правда потеряла память? Как это возможно? Может, Йента нас обманывает? Возможно. Нам нужно это проверить. Да, думаю, она все-таки шутит. О, смотрите, они вернулись. Йента, неужели ты нас не помнишь? Йента, мы вместе защищали мир, как напарники. Я правда не помню. Да? Можете мне не верить. Да, что же нам делать? Йента действительно потеряла память. Йента и древний Скричер знали друг друга? Как это? Мы так долго ждали встречи с тобой, а ты говоришь, что потеряла память. Я не специально. Кажется, все становится только запутанней. Нет, нет, нет! Если бы эта девчонка не отдала им диски трансформации, я бы выполнил задание, и Рошин бы на меня не злился. Эй, стой! Все не так! Ты же сам говорил! Эй, я все еще там! Опять он? Где мои энергетические диски? Я уже идем искать! Мне надоело, что он нами командует. Почему он сам не идет? Может, он слишком занят вышиванием? Брат, я представил! Это так смешно! Хватит! Я все еще здесь! Нет, нет, я... Не разочаруй меня, Гектор! Наконец-то он исчез! Не волнуйся, Йента! Если ты потеряла память, мы тебе поможем. Каким образом? Поможем тебе выполнить миссию стража. Какую миссию? Нужно победить тех злодеев. Разве вы не знаете, что действительно нужно тем злодеям? Они не хотят, чтобы древние скричеры пробуждались. Нет. Тогда расскажи. Йента, как ты могла забыть такую важную информацию? Прости. Вернемся к делу, Табу. Хорошо, ответы, которые вам нужны, находятся в этом древнем городе Скричер. Ладно. Долго еще идти? Смотри, мы пришли. Твоя очередь. Так, Йента, теперь нужна атака Скричера. Это единственный способ открыть ту дверь. Но это не дверь. Давай, Йента. Сначала диски трансформации. Атака Скричера!
Бумрок распался на пол! А? Это герб энергетического диска Земли! О, смотрите! О, класс, Табу! Она открылась! Да! О, вот как она открывается. Чтобы открыть дверь, понадобилась энергия Земли, которая исходит от Табу. Но Табу бы не проснулся без дисков трансформации Йенты, поэтому они нужны друг другу. Правда? Да. Никто не войдет в запечатанное подземелье без нашего разрешения. Запечатанное подземелье? Значит, вот чего хотят наши враги. Ответ перед вами. Коксандр, быстрее смотри! Я это уже видел! Да, мы видели такую в городе на Южном полюсе. Там внутри древний энергетический диск. О, энергетический диск? А? В древние времена существовал такой скричер-злодей, который за мгновение мог разрушить мир древней суперцивилизации. Его звали Хантер. Хантер. Стражи мира пытались противостоять его мощным силам. Это дорого им обошлось. Но в итоге они смогли отделить силу Хантера от его тела и запечатали ее. Для этого они использовали 6 древних энергетических дисков. 6 энергетических дисков. Но теперь кто-то хочет освободить Хантера. И у них уже есть 2 энергетических диска. Откуда вы все это знаете? От системы защиты древнего города. Видишь тот мигающий свет? Это сигнал, что печать скоро откроется. Это Рошан! Точно! Это его гнусный план! Какой Рошан? Суперзлодей, с которым мы сражались в космосе. Он ни перед чем не остановится, чтобы достичь своей цели. Даже если придется уничтожить Вселенную. Что? Здесь какая-то ошибка? Каждый злодей хуже предыдущего. А этот хочет еще уничтожить Вселенную. Мы не дадим Рошану победить. Ведь мы стражи этого мира. Да, мы не боимся. Если мы один раз его победили, значит победим еще раз. Отлично. Вы сильны духом. Настоящие стражи. Нам нужно найти... Еще 4 энергетических диска. Мы должны опередить злодеев. Да, ребята, цель ясна. Все поняли? Мы должны как можно быстрее найти следы спрятанных дисков. Йенты и Табу, вы должны к нам присоединиться, согласны? Не знаю, смогу ли я. Эй, ты же страж! Ты прав. Кстати, у кого-то из вас есть диски подзарядки Земли? У меня нет. У меня тоже. Я использую диски подзарядки ветра. У меня диски подзарядки огня. А еще я спать хочу. В общем, у нас нет дисков подзарядки Земли. Сходим в дискохранилище. Мы используем свои силы на полную мощность, только если у нас будут диски подзарядки Земли. Ты как, Йента? Согласна, что нам нужны диски подзарядки Земли? Да. Скричер-карта. Скричер-карта? Это часть системы защиты? Да, здесь содержится много зашифрованной информации. Зашифрованной? Ставив диск, можно открыть карту и найти подсказки, которые оставили стражи. Что это? Я не могу прочитать. Это упрощенная карта города Одинокой пустыни. С ее помощью мы найдем другие древние города скричеров. Все так просто! Конечно, и она поможет не только в этом. Здесь содержится информация о древних энергетических дисках, неактивированных дисках подзарядки и спящих скричерах. А как она работает? Вы помещаете диск на правую страницу, а на левой увидите подсказку. О, пропало! Конечно! Эту информацию нельзя оставлять на общем обозрении. А что происходит с энергетическими дисками? Не волнуйся, энергетические диски хранятся в карте, никто их не найдет. О, хорошо. Карта очень важна. Она будет храниться у меня. Эй,
Только не потеряй! Я в вас не уверен! Ты что, я опытный археолог! Я ни за что не совершу такой глупой ошибки. А когда никто не смотрит, разберусь, как она работает. Профессор, вы сказали все это вслух. Пожалуйста, будьте аккуратны. Я просто пошутил. А, правда? Вперед за дисками подзарядки! Папа, не потеряй эту карту! Я сохраню ее. Мы можем на него положиться. Да, вперед! Странно. Что-то не так. Что? Энергетическое возмущение прекратилось. А? Не понимаю, что происходит в древнем городе. Так иди проверь. О, о, здесь так жарко. О, вода закончилась. Не смотрите на меня. Только глоток один. Нет, профессор, я вам не верю. Хотите воды? Сейчас. Моя сумка! Она разговаривает! Хотите меня отвлечь и украсть воду? Вот, пожалуйста! Опять! Она разговаривает! Сузуку! Сузуку! Иди посмотри! Вот ваша вода! Хватит говорить глупости! Нет, нет! Я говорю правду! Смотри, она даже умеет ходить! Хватит! Я же сказал, что дам воды! Нет! Почему ты не хочешь посмотреть? Папа, что случилось? Ты... Так странно себя ведешь? Осторожно! С этой сумкой что-то не так! Я не понимаю, о чем ты. Сумка как сумка. Если вы хотите пошутить, придумайте что-нибудь получше. Кто над кем шутит? Сумка точно разговаривала! Почему вы мне не верите? Почему не верю? Потому что это невозможно. Я же мне просила вас молчать. Но в сумке сидеть так скучно. Выпусти нас ненадолго наружу. А? Зои, почему твоя сумка разговаривает? А? Тебе показалось. Выпусти меня! Сумка что-то сказала! Ринг и Ксандр тоже это заметили! Теперь вы должны мне поверить! Ну, хватит вам! Нет, я тоже слышал! Как же так? Это... вы просто очень устали, поэтому вам кажется. Ладно, хватит разговаривать. Мне пора. Что такое? Они такие забавные. Раньше я тоже была такой. Да, веселилась весь день, спала вместо учебы. И нам очень нравилась такая жизнь. А, стой! Прости, я ничего не помню из того, что ты сказал. Янта, но ты начинаешь вспоминать. Да, понемногу. Это хорошо, но я не уверена, что все вспомню. А-а-а, маленькая Янта, почему? Не знаю, я все еще не помню тебя. Пойдем, вперед! Так, это же астрономический накопитель. Профессор, вы сказали накопитель? Ну, если моя теория верна, вся одинокая пустыня — это накопитель. Этот прибор сделали люди древней суперцивилизации, чтобы собирать космическую энергию. А зачем они ее собирали? Чтобы сделать энергетические диски. Это секрет энергетических дисков. Думаю, диски подзарядки там. Да, кажется, профессор Уилбур чувствует энергию. Да. Слишком глубоко. Просто скатись вниз. Отлично, мне нравится это место. Быстрее, быстрее. Тошнит. Мне нравится. Да. Как больно. Братец, твое лицо, твое лицо. Ух ты. Почти на месте. Там впереди дискохранилище. Увидишь, когда спустимся. Эй, не разочаруйте. Ух ты. Ух ты. О нет, они в другом туннеле. Не волнуйся, они все равно попадут куда надо. Все хорошо, не переживай. Что случилось? Ксандр, это хранилище энергетических дисков? А где же хранилище дисков подзарядки? Вы!
Да! Сейчас я с вами расправлюсь! С меня. Почему вы опять мне мешаете, а? Что это было? Кто посмел меня атаковать? Я древний Скричер и напарник Янты Табу. А ты кто такой? Не узнал великого Гектора? Позор тебе! Значит, ты древний Скричер? Ксандер, энергетический диск там! Да, Ринго, вперед! Злодея берем на себя! Ха, глупости! Готова, Янта? Угу, я с ним разберусь. Ха, вперед! Атака Скричера! Атака Скричера! Перехвати их диски! Да! Как ты посмел нас обмануть? Ха-ха! А чего вы ждали? Я же злодей! Йента, все хорошо? Брат, я думаю, у нас проблема. Как считаете, нам стоит помочь? Давай! Кувырок, трансформация, Тандерсторм! Эй, вы! Вы готовы? Оно как будто стало другим человеком. Что происходит? О, отлично, Янта! Давай, уничтожь их, Табу! Понял! Ха! Атака Скричера! Урок, трансформация, Табу! Гектор! Не может быть! Расправься с ними сейчас же! В следующий раз подумай перед тем, как говорить! Ха! Стойте, это та же Йента, которую мы знаем? Ну, думаю... Какая разница, она крутая! Я все перепробовал, остался только один выход. Тандерсторм! Стой, только нет! Простите, мы были неправы. Мы сдаемся. Что ты делаешь? Пожалуйста, пощади нас. Простите нас, мой лорд, пожалуйста. Вы уже не такие гордые, правда? Ладно, если обещаете хорошо себя вести. Табу, не верим! Но, Ксандер, они сдались! Они обманывают! Давай! Диски подзарядки! Атака Скричера! Я снова вас провел! Гнозный обманщик! Глубинный торнадо! У нас проблемы! Все в порядке? Прости, я их недооценил. Диски подзарядки земли! Лови, Янта! Вы готовы, злодеи? Мы рискуем проиграть! Табу, покажи им нашу настоящую силу! Атака Скричера! Двойной змеиный удар! Вперед! Тандерсторм! Нет! Я вам этого не прощу! Табу, большое спасибо. Нет, это мы должны тебя благодарить. Янта, ты восхитительна! Янта, это было так круто! Знаете, настоящая сила Янты еще мощнее, чем я думал. Да, но Янта еще не все вспомнила. Ты классно сражалась! Мне почему-то кажется, что я теперь не самая классная. Быстрее, уходи! Прости, Янта, но нам придется тебя оставить. Папа, мама... Помнишь, что случилось с королем и королевой? Королем и королевой? Родители Янты были одними из тех, кто построил этот город. Они были королем и королевой. Невероятно! Значит, Йента? Да. Йента была принцессой древней суперцивилизации. Когда Хантер напал на город, король активировал временной туннель, чтобы защитить ее. И Йента путешествовала во времени и по космосу. И очутилась здесь 200 миллионов лет спустя. Не волнуйся.
ты больше никогда не будешь одна. Потому что у тебя есть мы. Мы к твоим услугам, Гента. Хоуи так вкусно готовит! А, где Гента? А, кажется, она сказала, что пошла в кухню. Попробуйте. Ага! Это деликатес. Наконец-то я вспомнила, как их готовить. Им 200 миллионов лет, это уже слишком. Это блюдо подавалось только королевской семье. Очень вкусно. Ну же, попробуйте. Ловушка. Еще 4. Добудь эти древние диски. Тогда я смогу сломать эту надоевшую печать. Хорошо, не волнуйся, положись на меня. Отлично. Если позволишь, я могу сам отправиться в одинокую пустыню. О, ты нашел город? Слишком много вопросов. Ты пойдешь только с моего разрешения, понял? Эй, пустыня такая большая. Может, хотя бы скажешь, где город? Хватит болтать, убирайтесь. Да, конечно. Хантер... Надеюсь, твоя сила меня не разочарует. Иначе... Быстрее, иди вперед. Прости, Йента, но это мы оставим тебе. Иди и обними звезды, Йента. Созвездие Близнецов будет освещать тебе путь. Прощай. Были воспоминания? Спящая красавица проснулась? Я не спала! Даже если ты не спала, нельзя так работать, Йента. Дядя, не ворчите. Что? Дядя, смотрите! Гости приехали! Всем приготовиться! Не могу поверить, что в пустыне есть маленький город. Отлично. Мы здесь передохнем и пойдем искать древний город Скричер. О, мне так жарко. Да, у меня руки обгорели. Леди джентльмены! Можно вам предложить наш особый песок? Я сделаю вам хорошую скидку. Это же просто песок. Зачем нам его покупать? Ну-ка, посмотрите на мой песочный кувшин. Сначала наливайте воду, а потом, как по волшебству, кувшин исчезает. И как же им пользоваться? Не обращайте на них внимания. Попробуйте лучше жареных скорпионов. Какая гадость! Вот это уже другое дело! Хватит меня раздражать, ясно? Мы ищем место, где можно переночевать. О, это просто! Купите 3 мешка песка, и я отведу вас в отель. Не слушайте его, он жулик. Слушайте меня. Всего 5 кувшинов, и я отведу вас туда. Нет, подумайте сами. Зачем вам песок и кувшины? Покупайте моих скорпионов, и я покажу вам путь. Отлично, по рукам. Мы берем скорпионов. Спасибо, какой славный парень. Они правда думают, что нам повезло? Конечно, нам повезло. Невероятно. В такую жару отлично спится. Ты что? Это идеальная погода для боя. Правда, Ксандр? Наверное. Ринго! Очень вкусно! Это просто ужасно! Мальчики, вам лишь бы поесть. А что такое? Не любишь скорпионов? Не понимаю, как можно вообще такое есть? Попробуй, тебе понравится. Нет, спасибо. Зои, мы пришли. А? Папа, ты тоже их ешь? Хочешь? Посмотрите все сюда. Это то, что мы ищем в городе. А это изображение города со спутника. По-моему, похоже на глаз. Это одинокая пустыня. Ответ на все вопросы кроется в недрах древнего города. И, судя по всему, это и есть древний город Скричеров.
Не могу смотреть на еду. Джер, а можно вопрос? Конечно, Ринго. В каждом древнем городе скричеров должен быть спящий скричер. Да, конечно. Не может быть! Почему? Когда мы были на Южном полюсе, там не было скричеров. Вы ошибаетесь. Нет, не ошибаемся. В этот раз мы найдем скричера. Ха, вы пытаетесь нас убедить? Да, на этот раз у нас все получится. А, да? Вы уверены? Оставьте меня в покое! Я знал, что на него нельзя положиться. Даже если и так, нельзя обижать его. Ага, не верится, что ты это сказал, Ксандр. Я покажу вам, на что я действительно способен. А, вот как. Посмотрим, пап. Зои! Профессор, прошу, успокойтесь. Кунг-фу! Да? Испугались? Берегитесь меня! Сейчас я вам покажу! Ну как? Что, разве не классно? А? Что это было? Зато смешно. А, ладно, вернемся к делу. Сначала нам нужно кое-кого найти. Кого? Девочку, которая живет в этом городе. Согласно информации от археологов, ее зовут Йента. От археологов? Да. Они сказали, что она обладает особой связью с одинокой пустыней. Что? Особая связь? Что это значит, пап? В общем, все, кто заходит в древний город, теряются, кроме нее. А? Не может быть! Братец, нам нужно делать свою работу. Хватит читать журнал! Я собираю информацию. Здесь написано, что для посещения древнего города нужно взять гида по имени Йента. Как она может быть гидом? Неужели она умнее Рошера? Ха! Рошер только и раздает указания. Какой от него толк? О ком это ты? Рошер! Нет, не может быть! Если не хочешь увидеть меня в гневе, лети быстрее, ясно? Я уже лечу, смотри! Если я такой медленный, иди пешком! Не обращай на него внимания! Вам что-то не нравится? Мне не важно, как вы это сделаете, но мне нужны энергетические диски. Ха, тебе легко говорить, не тебе же их искать! Ты прав, на словах одно, а на деле... Я все еще здесь! А? Нет! Сюда, подходите, не спешите. Как скучно. И здесь не происходит ничего интересного. Это какая-то ошибка. Нам так не везет. Это ужасно. Мы падаем. Они уползают. У вас все в порядке? Быстро отвечай! Ты же Йента! Что случилось? Сначала встаньте! Берегите себя, приходите еще. Вот, поешьте. Спасибо вам. Не за что! Вкусно! Брат, за что она нас поблагодарила? Благодаря вам я вернула всех скорпионов. О, кстати, вы искали меня из-за древнего города скричеров? Ты не ошиблась! Слушай, скоро сюда прибудет группа людей, чтобы забрать сокровища из древнего города скричеров. Что? Смотри, это братья. Они и двое их сообщников здесь все вынюхивают. Они хотят украсть сокровища. Но они не похожи на злодеев. Разве я не похож на хорошего человека? Эй, подожди, братец! Что такое? Ты что-то перепутал. Это же мы злодеи. Таков план, понимаешь? Обманем девчонку. Она нам поможет, а мы обманем тех, кто встанет у нас на пути. Отличная идея, братец. Ты такой умный. Сначала сделаем дело, потом меня похвалишь. Я Гектор, добрый скричер-гонщик. Я здесь, чтобы защитить сокровища древнего города скричеров. О, кажется, ты и правда хороший. Так и есть. Я часто бывала в древнем городе, но никогда не видела там никаких сокровищ. Ты обычный человек, ты его не найдешь. Ты должна мне верить. Если я так говорю, значит, так и есть. Йента, ты поможешь мне справиться с этими злодеями и восстановить справедливость? Да, конечно. Мне нравятся такие приключения. Я помогу остановить злодеев. О, превосходно! Так
как мне тебе помочь? Сначала дождись, когда они тебя найдут, и скажи, что не сможешь сопровождать их в город. Потом слушай внимательно. Ясно. Янта, ты защитница справедливости. Я в тебя верю. Да, я буду очень стараться. Ничего себе! Брат, я не подозревал, что ты такой прекрасный актер. А? Подходите! Посмотрите! Здесь столько людей! Вот они! Янта, твой черед! Положись на меня! А, вот она! Смотрите, там жареные скорпионы! Не напоминай! Попробуйте, они очень вкусные. Извините, можно спросить? Откуда здесь яма? А что, вам что-то не нравится? У тебя такой злой голос! Значит... Ты гид по одинокой пустыне, Янта, да? Да, я вас внимательно слушаю. О, ты всегда такая злая? Да, тебе это не нравится? Нет. Янта, мы хотим тебя попросить отвезти нас в город в одинокой пустыне. Ты нам поможешь? Да. Правда? Она очень быстро согласилась. Ха, кажется, нам сегодня везет. Ладно, нам пора. Папа! Не уходите! Достаньте меня! Эй! Отлично, теперь приготовимся! Да, братец! Привет, я Ксандер, а это мой напарник Шэдоуинд. Привет! Я Ринго, это мой скричер Эндлис Файр, правда круто? Привет! Я Зои. Это мой папа, профессор Уилбур. Он тебе улыбается. Это его помощник Сузуку. Рад знакомству. А, Янта, я забыл представить тебе двух своих скричеров. Меня зовут Фрозен Сноу. А меня зовут Фрэкчу. Я отвечаю за ручной труд. Простите, я плохо запоминаю. Угу, я тоже. Постоянно забываю, что мне говорит учитель. Да, запомнить все это сразу очень сложно. Нет, я надеюсь, что когда-нибудь я все про вас забуду. А? Не только про вас, но и про родителей. Я уже многое не помню, поэтому, возможно, я когда-нибудь забуду и этот день. А ты потеряла память? Не волнуйся, Янта, я уверен, что ты не забудешь. Спасибо. Да, все будет хорошо. Ладно. Ребята, кажется, вы очень добрые. А мне кажется, что ты враждебно к нам настроена. Смотрите, туда. Ух ты, не поймешь, пока не подойдешь, это очень большой город. Огромный! Так и должно быть, здесь точно спрятан древний скричер. Звездочка перед глазами. Ринго! Опять из-за тебя неприятности! Пора переходить к следующему этапу. А какому этапу? Я ничего не говорила? Тебе показалось. Почему это снова происходит? Ах, песок, песок! Почему здесь везде песок? Из-за песчаной бури. Так, именно здесь возмущение энергетического поля. Отлично. Янта, наверное, это вход в город. Да, но предупреждаю, дальше спуск станет еще опасней. Янта, твое ожерелье! Невероятно! Оно блестит! Что происходит? Не знаю, но благодаря ему я здесь не теряюсь. Может, это какая-то реакция, а? Ребята, оставайтесь здесь. Мы с Сузуку пойдем вперед на разведку. Хорошо. Неужели это от древней суперцивилизации? К сожалению, они слишком разрушены. Осторожно, ничего не трогайте. Здесь повсюду ловушки. Не волнуйся, Янта. Я отличный археолог. Правда? И что тут у вас? Покажите.
Странно. Что происходит? Что случилось? Думаешь, мы активировали ловушку? Что ж, очень жаль, что ты злодей. Это не так, Йента! Хватит! Я защитница справедливости, и я не буду помогать злодеям. Что? То есть нам? Йента, ты о чем? Мы не злодеи! Ты! Гектор! Ну, привет, злодеи! Гектор, теперь все ясно! В чем дело? Вы еще не поняли? Я вас уничтожу! Давай покажем им, как выглядит зло! Эй, Йента! Что? Это наши диски трансформации! О, нет! Мы не сможем без них сражаться! Значит, это ты забрала их у нас после того, как мы упали? Я свое дело сделала. Теперь вами займется супергерой. А, стой, Йента! Почему ты помогаешь злодею Гектору? Думаю, он ее обманул. Эй, не говори так! Лучше бы похвалил мои актерские способности. Что? Ну да, ты солгал, Йенте. Нет, девочка такая наивная. Мы сказали, что вы злодеи, и она сразу поверила. Это было так забавно. Я отлично сыграл. Гектор лучший. Это уже слишком. Как вы могли ее обмануть? Вам не будет пощады. Фу, мне так страшно! Вы больше не можете сражаться! Я вас не боюсь! Точно! Он прав! Я, в общем-то, не врал, я всего лишь играл роль. А Йента, конечно, она не виновата. Я не знал, что я такой блестящий актер. Гектор, ты лжец! Нет, нет, Йента! Я ненавижу лгунов! Я тебя никогда не прощу! Ксандр, преподай ему урок, лови! О, нет! Да! Атака Скричера! Вперед, Тандерсторм, атакуй их! Положись на меня, брат! Продолжай, Блицфайер! Срази их одним ударом! Хорошо, братец! Вперед, атака Скричера! Что? Я, кажется, нажала не на ту кнопку. Сейчас! Давай! Удар! Трансформация! Подождите меня! Эй! Тандерсторм, вернись! Не пытайся убежать! Братик, быстрее бежим! Эй, почему ты раньше не сказал, что убегаешь? Поговорим об этом, когда выберемся отсюда! Быстрее! Сюда! Держи! Вот тебе! А, мы ничего не нашли! Вы за это еще ответите! Ксандр! Друзья, вы в порядке? Быстрее, пап! Странно, куда делся злодей? Как куда? Мы его победили! Пап, ты сам виноват, что замешкался! Не может быть, я так хотел отличиться! Йента! Простите, что солгала вам. Ничего, он же тебя обманул, правда? Спасибо, Ксандр. Йента, твое ожерелье. Странно, что происходит, а? А? Наверное, это... Иди... Иди и обними. Иди и обними звезды? Надежда... Надежда созвездия близнецов. Созвездие близнецов будет тебе освещать путь. Профессор, откуда вы знаете эту фразу? А? Что такое, Йента? Скажите, профессор! Это я должен удивляться. Эти слова записаны здесь на древнем языке. А? Как это возможно? Я слышу эти слова во сне каждую ночь. Во сне? Да, но не могу вспомнить людей из своих снов, которые это говорят. Йента,
Может, сны — это твоя потерянная память? А? Наверное, это важные для тебя воспоминания, раз ты каждую ночь видишь их во сне. Значит, это мое прошлое? Иди и обними звезды. Созвездие близнецов будет освещать тебе твой путь. Ксандр, смотри! Что это? Что? Почему стена вдруг начала рушиться? Что это? Диски трансформации? О, брат! Как это возможно? Ничего себе! Скричер! Что здесь происходит? Эй, привет всем! Я там! Что такое, Янта? Ты должна быть счастлива увидеть своего Скричера через столько лет. Не стоит просто так. Ты?